Произошел срыв генерации, как я уже говорил, по схеме. И, допустим, если у нас здание старой постройки... Идеей послужило то, что мы с Александром Михайловичем, с моим руководителем, хотели проверить состояние нашей электропроводки в нашем учебном классе, которым мы занимались. Вот, мы произвели калибровку, и у нас имеется проводник с током, то есть выключатель. Вот, мы подносим к нему, это значит то, что мы внесли прибор в электромагнитное поле, и он нам показывает, что здесь есть проводник с электрическим током.